the closing doors, please. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. А звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как в часы затмения, ждем света и земные видим сны. В интернете появился ролик, где кто-то в виде Илона Маска поет «Земля в иллюминаторе», и это как бы довольно-таки интересная тема сегодня, потому что, ну вот, теперь американцы не будут платить россиянам за то, что они их будут доставлять на Международную космическую станцию, и 80 миллионов долларов за один полет улетели в трубу. Так что повод для того, чтобы Илон Маск спел песню, это интересно. 12.03 в Нью-Йорке и Вашингтоне, 9.03 в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, в Москве 7 часов вечера и 3 минуты, а в Милане 6 часов. Сегодня у нас арт-воскресенье, и я с удовольствием представляю сегодняшних гостей, которые согласились, несмотря ни на что, принять участие в нашем прямом эфире. Итак, наши гости сегодня. Великолепная, замечательная звезда и артистка Заза Наполи из Москвы. Она недавно стала политологом, написала несколько книг. Так что двигаемся вперед. Дальше Наталья Павлова присоединяется к нам из Рима. Она оперная дива и, надеюсь, сегодня получит огромное удовольствие от общения с нами. Мы немножечко хулиганить собираемся сегодня, но ничего, это же мир, в котором мы живем. Соответственно, мы также будем и обсуждать темы, которые сегодня происходят. У нас сегодня замечательная Татьяна Бродыч, замечательный художник, с искусством которого я познакомился уже давно. У нее недавно были выставки в Париже, и ее творчество трогает и одновременно вызывает массу споров. Поговорим об этом. И также Вера Павлова. Вера Павлова – поэт и автор нескольких книг, которые я также с удовольствием уже прочел. Благодарю вас всех. Скажите, как у вас настроение? Готовы ли вы сегодня начать этот эфир с нами? Все стесняются начать. Девочки, готовы? Мы, конечно, готовы. Что нам еще остается делать? Бросили все дела. Отменили гастроли, репетиции. Всегда готовы. Конечно. Приятной компании. Почему бы не привезти вас? Я бы хотел начать с того, что концерты в Париже, Вене и Берлине музыканты и актеры Европы приспосабливаются к новым реалиям. Ну вот, например, оркестр в Париже начал исполнять ададжио Рихарда Штрауса «Метаморфозы» для виртуальной аудитории. Берлинский театр готовится принимать зрителей в реконструированном дистанционном зале. Австрийские музыканты забрались на самую высокую точку Вены, чтобы спеть горожанам. Культурная жизнь в Европе адаптируется к новым реалиям. Давайте посмотрим короткий сюжет об этом и продолжим обсуждение темы. Рено Капукон, французский скрипач, привыкший играть для 2000 человек и более, выступал вечером в четверг в пустом зале. Но этот опыт был ничуть не хуже, сказал он после первого за 3 месяца концерта в Парижской филармонии. Сейчас я говорю о том, сейчас сюжет о том, что отменить все культурные мероприятия в стране. Это похоже на возвращение к жизни. Мы играем пьесу, которая действительно сильна и по-настоящему символична. «Метаморфозы» Рихарда Штрауса. По мнению скрипача, печальное сочинение заканчивается на мрачной ноте, и он всегда считал, что аплодисменты в конце неуместны. Аудитория была виртуальной. Люди смотрели и слушали прямую трансляцию на сайте концертного зала.
Капукон и его струнный оркестр из 23 человек не обязаны были надевать маски, но должны были сидеть на сцене на расстоянии не менее метра друг от друга. На беспрецедентные меры дистанцирования пошел и драматический театр «Берлинер Ансамбль» в столице Германии. Когда занавес снова поднимется, зрители будут сидеть на расстоянии более 1,5 метра друг от друга. Для этого в зале убрали целые ряды кресел. Фотография партера нового стиля на сайте театра стала вирусной, быстро набрав 3,5 миллиона просмотров. Теперь люди заранее бронируют билеты. Сенат Берлина объявил, что театры должны оставаться закрытыми до 31 июля. Зрители в залах появятся только с наступлением нового сезона. А вот 10 австрийским музыкантам посчастливилось уже в четверг выступить перед живой публикой. Правда, для этого им пришлось забраться на высоту 65 метров. Это верхушка Венского колеса обозрения в парке развлечений Пратер. Это был один из самых потрясающих концертов с удивительной локацией. Вена на заднем плане и все эти огни парка Пратер. Было очень холодно, но я забыл об этом уже через минуту после начала представления. С пятницы посетители снова могут наслаждаться видами с колеса обозрения. Из-за пандемии коронавируса гигантский аттракцион был остановлен впервые за свою 70-летнюю историю. Ну вот и сразу же у меня такой вопрос. Например, как бы вам было комфортно выступать в таком пустом зале, например, и при отсутствии вообще каких-либо зрителей? Ну, лично для меня, вы знаете, это, несмотря на мое актерское образование, для меня это катастрофа, потому что я отталкиваюсь от живых эмоций, от живых чувств зрителя в зале. Когда я сижу в прямом эфире со своими подписчиками где-то и общаюсь, я не понимаю, мне нужно, на мои шутки должна быть реакция. И я иногда не понимаю, весело это, скучно, затянуто. И когда мне на следующий день говорят, это была бомба, это было так... так смешно. А я сижу и не понимаю, господи, ну, а мне-то как понимать? Поэтому для меня пустой зал... Нет, если у меня были корпоративы и на 1500 человек, и спектакли, и было, когда в зале сидело 2 человека, и ты еще, тогда еще больше приходится стараться и выкладываться, когда 2 человека тоже не замечают все. На пустой зал, наверное, это катастрофа. Даже когда ты репетируешь в театре, все равно режиссер сидит. Ну, все равно кто-то ходит. Я даже не представляю, как можно играть на пустой зал с полной отдачей. Можно, но очень сложно. Для меня это катастрофа. А для поэтов такой зал, пожалуй, был бы идеален. Стихи не очень любят публику, и поэты боятся зрителей. Замечательный московский поэт Михаил Эйзенберг выступает так. Он выходит на сцену и вкладывает в уши беруши. Он говорит, извините, я не могу читать, когда слышу хоть какой-то шум. Вот, видимо, для поэтов таких, как Эйзенберг, он настоящий поэт, пустой зал был бы идеальным. Ну, это такая... ну вот разные мнения совершенно. А вот скажи, пожалуйста, Наталья, а вот ты как считаешь? Я знаю, что ты, вот, у тебя есть опыт выступлений даже и без сцены. Да, безусловно. Конечно, я думаю, что это некое испытание для артиста, потому что я согласна, что, да. Заза, что это, да. Конечно, катастрофа. Но я думаю, что артисты могут пройти через это испытание. Я думаю, что великий артист может работать даже ну, со стенкой, так условно говоря, да, как бы и в пустоту. Вот я знаю, что Рихтер во время войны... Не мог играть концерты, но он создавал дома вот такие вот экстремальные условия, чтобы как бы он играет концерты, да, он включал шумы, он включал, создавал эти экстремальные условия. Поэтому нужно как эту катастрофу превращать во что-то, но ни в коем случае не останавливаться, я думаю, да. Да все же когда-то бывает в первый раз, мы всему научимся. Как Гаврил Немирович, когда ему кто-то из актеров говорил, мне нужна сцена, мне нужна рампа, мне нужен свет, мне нужен суфлер. Он говорит, нет, я перед тобой постелю газетку, ты встанешь на нее, представишь, что это сцена, вокруг не будет никого, пусть это будет в поле, и ты будешь играть так, как будто перед тобой сидит целый полный зал. Аншлаг. Поэтому я думаю, мы все в одной лодке. У всех когда-то бывает первый раз, мы сейчас все по очереди будем лишаться девственности в той или иной сфере, примеряя ту или иную ситуацию на себя и, как говорится, выкручиваясь в нужном русле, чтобы как-то выжить. По-другому никак. Я понимаю, что у нас был богатый опыт, у нас такое уже было. Мы могли кого-то послушать, как в их случае было, и перенять. Но, увы.
пока прецедентов не было, и все сейчас будет познаваться, как вот малыш идет первый раз, так и мы сейчас в этот мир пойдем по-новому. Да, мне очень понравилось, как сказал Роман Виктюк, что преграды мы сами себе создаем, на самом деле, даже если они существуют в реальности. Но если мы вообразим, что нет этой преграды, то, собственно, ее и не будет. Это очень важно. И поверим в то, что мы можем достичь того, что мы хотим и что мы должны достичь. Вот тот же Роман Григорьевич, он мне то же самое говорил, только другими словами. И я говорю, Роман Григорьевич, хорошо, когда ты идешь за чьей-то спиной и хочешь ее обогнать, а когда ты идешь впереди и сзади тебя плюют все в спину. Ну, на кого мне равняться? Он говорит, сама себе придумывай преграды, сама их преодолевай, иди вверх, ставь новые, побеждай, побеждай. А они пусть плетутся в зале, сзади. Поэтому, да, гениальный человек. Да. Вот так и живу. Новую планку ставлю и иду. И новую планку ставлю и иду. И, чтобы скучно не было, чтобы не превратиться в болото. А я еще знаю о том, что в искусство заперти происходит целое создание групп в интернете, которое называется, например, вот самоизоляция. Когда люди сами... ...устраивают... И это все настолько прекрасно вообще. Можешь, допустим, сделать реплику на какую-то картину, да? Вот, и на самом деле это было задумано как небольшое такое, как бы, шутка, да? Но, тем не менее, потом это все как бы возросло в настоящее такое огромное движение. Ай-ай-ай-ай-ай. Спасибо, замечательно. У меня вот чуть-чуть подзависает интернет, поэтому я какие-то иногда слова пропускаю. Вот. Вот пластилин. Давай я начну с карантина. Вообще, мне вот показалось, что во время карантина искусство вышло на передний план. Все сидят дома, все сидели дома, в общем-то, и вот в каком-то вакууме оказались, и стали смотреть кино, читать книжки, и как-то в интернете потреблять искусство, я бы сказала. И под эту дудочку образовались всякие разные группы. Вот в русском Фейсбуке образовался, например, «Шар и крест», чудесное изобретение Максима Боктера. А группа, он стал предлагать художникам незадорого продавать свои работы, и таким образом встретились в одной группе коллекционеры и художники. И у коллекционеров появилась возможность незадорого купить работы дорогих художников, потому что они как-то в этом тоже стали с удовольствием участвовать. И это разрослось до каких-то больших тоже масштабов, и там в этой группе очень много действительно известных имен. Я тоже немножко поучаствовала, чего-то там продала, чего-то купила, было, в общем, увлекательно. Но вот мне показалось. И как только начался карантин, мне, например, Vogue предложила, они сказали, мы делаем номер, который будет полностью сделан художниками. Они такую подобную акцию устроили в начале года итальянцы, они первый номер выпустили, Vogue тоже, там не было ни одной фотографии, там были только исключительно иллюстрации. И вот наш русский Vogue тоже решил сделать такое же. И вот этот номер, который июньский, он уже вышел, он вот полностью сделан художниками, и меня тоже позвали участвовать. Я что-то там слепила, и вот там есть фотографии моих работ. Ну да, я леплю из пластилина, как ни банально звучит, но мы Анечка, к счастью, что-то у вас никогда не получается. Говоришь, я что-то там слепила, он всегда шедевр получается. Не крути, сначала смотришь вроде бы что-то, а потом... А вы видели? Она продает. Ну да, мне когда список выставили, сегодня с нами будет в гостях, мне быстренько пришлось всех промониторить. И Наташу, и Веру, и ваши работы. Это прям вот все, что вы творите, это прям мне близко, это такое... балабство, шаловство, и так игриво, и так на грани, примерно, как у меня. Самое главное, что...
Опять же, вот той же группе «Шарик-Рес», Сергей Цыгаль, допустим, он рисует и публиковал там собак, ему банили собак. То есть я вообще не понимаю, по какому принципу происходит это цензурирование, вот эти баны все. Конечно же, я леплю в пластилине, я люблю просто фигуративный художник, я леплю человеческое тело, людей. Этого достаточно, чтобы попадать под бан. То есть мои пластилиновые люди попадают под баны и меня цензурируют. И я, то есть, чем дальше, тем это все абсурднее. И многие об этом говорят. И я ужасно надеюсь, что скоро появится какая-то адекватная альтернативная система, я не знаю, какие-то социальные сети, которые, где будет как-то иначе. Потому что это просто смешно. Танюш, ну злиться-то не на кого, это же компьютер, скорее всего, делает, Ник. Скажи, ну, это же компьютер же можно как-то, в общем, наверное, отрегулировать. Я помню Нет, у меня есть совершенно театральное из обыкновенного бифлекса тело, на котором просто 3D-печать голого тела с сосками, с писюндрой, все как полагается. У Людмилы Марковны такой был Гурченко, она в спектакле выходила, «Бюро счастья». То есть из со сцены кажется, что полностью голый. Ну, как бы все-таки это вот где я появляюсь, вот в чем мать родила. Банят и еще на 3 дня блокируют полностью весь твой контент. А, да. Не, ну ты мне скажи, Ник, почему проститутка? Можно себя рекламировать, вот это свои пилотки раздвигать? Причем это не фотошоп, а прям живые фотографии. А искусство, вот Татьяну, допустим, там те же сиськи-письки слепленные, это сразу из сердца вон и в топку. Ну это же неправильно. Правильно, что должно быть все это отредактировано Фейсбуком. Была недавно история в Италии. Я, правда, забыл, честно говоря, какой именно римский музей, но сделал выставку русских авангардистов, и из-за портрета Натальи Гончаровой, там была обнаженная женщина в таких, я бы сказал, полупублических формах, но тем не менее тело читалось, эту рекламу выставки не пропускали социальные сети. Банили в Инстаграме, в Фейсбуке. Ну, то есть... Это как бы дошло, не знаю, маразм, Таня, это маразм. Да, причем мы как бы с одной стороны становимся все такие свободные и толерантные, а с другой стороны то, что происходит в социальных сетях, мне кажется, каким-то, как бы это какое-то слово помягче. Этот маразм может дойти до того, что скажут, давайте сжигать все картины с голой грудью, и разбивать все обнаженные статуи, и дай бог, дети увидят до 18 лет. Очень несовременная постановка вопроса, очень абсурдная для сегодняшнего дня. Да. А я знаю, что даже не только как бы артисты и художники сталкиваются с этими вещами, но также как бы исполнители оперных произведений. Наталья, вот скажи, пожалуйста, для того, чтобы выразить себя, для того, чтобы показать игру, например, вот рук, или как бы вот какие-то эмоции, или, может быть, использовать какое-то более открытое платье для своих выступлений, сталкивалась ли когда с такими проблемами, и действительно ли это проблема, и хочется очень узнать вот твою точку зрения по этому вопросу. Я думаю, это зависит от площадки, где это происходит, да. То есть, если мы говорим о большом. Ну, допустим, в интернете выложить, ты вот сняла что-то, да, и выкладываешь, допустим, это в интернет, а в интернете тебя это все берут и банят. Вот лично я никогда с этим не сталкивалась. Может быть, я такая, не знаю, скромница. Вряд ли я скромница. Мне кажется, это на меня не похоже. Мне кажется, это эстетика. Может быть, мне повезло. Мне везет пока. Мне ни разу. Ту-ту-ту. Хотя я очень даже обнажалась прилично. Ну, я так. А давайте посмотрим фрагмент выступления, коротенький, для того, чтобы понять, о чем идет речь. А мне надо больше.
Замечательный голос и отличная энергетика. Спасибо большое, спасибо. Наталья, я послушал, и прям вот мурашки по коже. Но вот, кстати говоря, именно вот за такое открытое платье, которое было одето на артистке 30-х годов, и я опубликовал эту фотографию в Фейсбуке, именно ровно за это я был и заблокирован. Очень странно. Со мной не случалось ни разу. А расскажи немного про Карнеги Холл. Я знаю, что ты выступала в Карнеги Холл, и там вообще, конечно, атмосфера такая энергетичная вообще, и даже вот просто нахождение там. А я представляю, как это вот было, когда на сцене ты находилась. Можешь рассказать об этом? Вот как раз в Карнеги Холл у меня было очень открытое платье, белое. Мам, ты помнишь? Еще как. Но там были лямки, оно не могло упасть. Да, да, да. И мне сделала его прекрасная модельер из Сицилии, которая мне его просто подарила, просто потому что она моя поклонница. Просто вот просто прислала мне его по почте, сшила и прислала. Это было удивительно. В Италии есть такие люди, просто вот энтузиасты. Энтузиасты из искусства. Вот. И, конечно же, вот, хотя температура там была прохладная, но сама энергетика, конечно, этого зала, где выступал Ростропович, Мария Каллас, просто достаточно войти туда и просто подышать этим воздухом, и уже, конечно, это тебя просто заряжает, и на всю жизнь ты будешь помнить этот момент. Потом... Наташа не рассказала самого интересного, что в это время в Нью-Йорке разразилась жуткая гроза, и стали приходить... предупреждение о потопе. И вот прямо в ту секунду, когда Наташа должна была выйти на сцену, во всем зале выключенные телефоны зазвенели, потому что штормовые предупреждения приходят в любом случае. И я получила: Ария, ваш район затоплен. И Наташа вышла на сцену, а в зале мокрые люди сидят, выливают воду из резиновых сапог. Очень было пафосно. Но был полный зал мокрых людей. Зато этот полный зал мокрых людей в конце концерта аплодировал так, что это казалось настоящим шквалом. Да. Настоящим... Громче всякого ливня. Я бы хотел спросить, Зазочка, а вот скажи, пожалуйста, у тебя же ведь тоже огромные выступления, и их довольно-таки много было. А вот сейчас в связи с тем, что... все рестораны, все большие площадки, они закрыты, и выступлений не будет. Что вот с этим вообще делают артисты? Как вообще, какое настроение и что вообще говорят? Как будут выкручиваться из положения? Ну, я думаю, у каждого приличного артиста все равно была какая-то финансовая подушка, благодаря которой можно жить. Проблема в том, что у всех аренда офисов, кредиты. Только единственное это, затянуть поясочек и сидеть дома, творить, писать музыку, это можно во все времена, даже во время карантина. Единственная проблема в том, что... Ой, не проблема, а все равно, вот как не могу похвастаться, частные вечеринки все равно проходят. Если какой-то ночной клуб, театр сдаст под день рождения
свою площадку, тут же будет полиция, тут же всем влепят штрафы, пополнят казну. А если я приеду, допустим, к Наталье или к Татьяне на дачу, на их маленькую тусовочку из 5 человек, повыступать в частном формате, то, вы знаете, это уж нам никто не запретит. Поэтому в данный момент каждый выкручивается как может. Вот чем проще артисты и беднее, тем они сидят и просто со всем остальным народом ждут, к чему этого приведет. Чем у тебя больше денег, чем у тебя крупнее продюсерский центр, тем артисты больше требуют компенсации. Нам должны помогать. Как же мы выживем? На нас держится вся Россия. Если мы не будем народ веселить, кто нас будет? Я считаю, что жаловаться грех. Потому что, ну, если бы артисты одни такие были, все в одной упряжке. Все сейчас испытывают нехватку финансов, нехватку внимания. Это и драматические актеры, и из Росгосцирка. В Росгосцирке вообще катастрофа. Если актеры драматического театра или кто в кино снимается, сейчас все заморожено стоит, то в цирке самое страшное – это животные, которые… Животные, мне всегда Гейрадзе говорил, самое страшное – перевести животное из города в город, допустим, из Краснодара в Нижний Новгород. Это 3 дня пути, и для животного это ад. В клетке находиться, оно привыкло каждый день гулять, видеть людей, оно эмоциональное, оно общительное, коммуникативное. А представьте, уже 2 месяца... Я думаю, животные в цирке, это же вообще просто они издевательство, даже сидят, в принципе, да, над ними. Ну, пока у нас в России они есть, но все равно они вот сидят в клетках, и он говорит, я не знаю, вот в сентябре, в августе цирки, театры откроются, а кто на манеж-то будет выходить, потому что звери начинают тосковать, чахнуть, болеть. Мы-то еще справимся, понимаете? Как говорится, творческий человек свинья грязи всегда найдет и думает, чем заняться на удаленке. Поэтому я себя спасаю вот такими прямыми эфирами, чтобы не забыть, как краситься, как кокетничать. Как-то вот это меня приводит в чувство, и пусть не каждый день, через день, но я в это окунаюсь, всегда встречаю разных людей, и мне, вы знаете, это кайфово, приятно. Да, не сцена. Ну, за неимением другого, мне очень хорошо и приятно, что сегодня мы с вами в этом эфире. Прямо для меня это роскошь. Спасибо большое. Я хотел сказать о том, что рестораны ведь тоже пытаются открыться. И вот, например, ресторан The Inn, Little Washington, ресторан с 3 мишленовскими звездами, расположенный примерно в 10 минутах к западу от Вашингтона, решил открыться. И какое у них, например, нововведение? Ввиду того, что социальное дистанцирование нужно соблюдать, они посадили за столы манекены и нарядили их в костюмы 30-х и 40-х годов. То есть ты можешь прийти в ресторан, и ты можешь пообедать, а рядом с тобой сидят манекены, вот так прекрасно выглядящие. Давайте послушаем короткое интервью главного шеф-повара этого ресторана, и я вам расскажу еще, что происходит в Японии с ресторанами. Наши гости будут сидеть на расстоянии более 10 футов друг от друга. Наслаждайтесь природой и ужинайте в ресторане 3 звезды Мишлен. Между каждым столом у нас есть очень обаятельные и манящие манекены, которые разыгрывают свое собственное повествование, и они будут ближайшими спутниками стола по соседству с вами. Так что ресторан будет полон атмосферы, и он будет выглядеть полным. В настоящее время мы можем обслуживать гостей только на улице. Итак, мы поставили красивую палатку позади нас, и ресторан все равно течет туда-сюда. А вот в Японии, например, японские рестораны и бары открываются из-за блокировки, и у них специальные такие около дверей сооружения, которые дезинфицируют человека при помощи паровой обработки. Вода с хлорной кислотой при входе. Клиент сначала приветствует человека, на мониторе видно, как он себя чувствует, и вот такое нововведение, оно тоже как бы довольно-таки интересно. Давайте послушаем, что говорят нам из Японии об этом. Мы хотели разработать систему, которая соответствует новому образцу жизни, правительство призывает, и что-то имеет высокое качество, которое может предотвратить заражение. Это все еще эксперимент, но если система будет работать слаженно, то мы поделимся ноу-хау с каждым из наших ресторанов. Ну
Ну вот, а в Китае еду развозят роботы. То есть каждый что-то придумывает, каждый что-то делает, и все мечтают о том, что после того, как пандемия закончится, люди все равно пойдут к ним, и они не будут бояться заразиться чем-то там. Я бы хотел спросить вот о чем, например, Заза, скажи, пожалуйста, когда ты выступаешь на концертных площадках, и ты понимаешь о том, что все равно нужно будет как-то обезопасить себя, как-то стараться не заболеть, не подхватить какие-то вирусные инфекции. Какие идеи приходят тебе в голову, как себя обезопасить? Единственное, чем могу себя обезопасить, первое, гримироваться не в помещении, не на территории заведения, не в театре, а гримироваться дома. У меня это очень хорошо получается. С собой обязательно иметь спиртовой спрей, чтобы обрабатывать микрофончики, потому что ты не знаешь, кто до тебя пел, кто до тебя говорил в этот микрофон. А все остальное, за остальное я не переживаю, потому что дистанция со зрителем у нас очень приличная. За это я даже не могу переживать, что кто-то на меня из зала кашлянет и меня увезут оттуда на скорой. Поэтому я считаю, что это проблема гостей в залах, ресторанах. Да и... да. А как вот, например, Наталья, как вот у тебя удается взять и обезопасить себя? Ты скажи, что-то ты думаешь о том, как будет после того, как эта пандемия закончится, каким образом можно будет, когда можно будет выходить, наконец-таки, и выступать? Потому что мы же видим о том, что многие залы, например, ограничили количество мест в залах, да, но при этом наверняка билеты возрастут, они и так были недешевые, не каждый мог себе это позволить. Да, ну, в Италии хорошие новости, с 15 июня открываются как бы все открытые площадки, фестивали, вот Равенна фестиваль, Рикардо Мути будет уже дирижировать 21 июня, первый концерт, так сказать, после всего этого закрытия. А дальше фестиваль в Пезаро, фестиваль Россини уже объявил свою программу в августе. Причем они не только на площади трансляции, но и запустят людей в зал. Ну, так же, как они, видимо, сократят места, вот будет эта дистанция. Я думаю, что надо следовать точно этим указаниям. Надо научиться с этим жить, как в жизни, так и в работе. То есть другого тут нет пути. Приноровиться... И, конечно, главное – это иммунная система, мне кажется. То есть если мы будем постоянно работать над своей иммунной системой, и вот именно этот первый момент, чтобы не заразить, ну, остальное вы знаете. Татьяна Бородач, скажи, пожалуйста, а как же по поводу выставок? Вот, ну, к примеру, что делать? Все пойдут в интернет, все будут выкладывать себя в интернете – как это будет развиваться вообще? Слушай, ну, во-первых, мне кажется, мы говорим о каком-то все-таки ограниченном отрезке времени. Ну, хорошо, ну, лето, ну, осень, ну, к Новому году все, в общем-то, вернется на свои, на круги своя. И стулья вернут в театры, и выставки вернут в галереи. И в Милане я уже смотрю, что уже организовывают какие-то выставки и так далее. Мы недавно разговаривали с моим другом, художником, и мы так как-то говорили с ним, мы поняли, что мы очень скучаем по какой-то художник, по крайней мере, многие мои друзья довольно пассивно провели эти каникулы, этот карантин, и я в том числе, и всем хочется какой-то жизни, всем хочется ощущения вот этой жизни и вернуться, собственно, к собственному творчеству, что-то делать. Хочется, чтобы жизнь стимулировала тебя что-то делать и что-то делать. Хочется. И мы с ним говорили, что надо сделать в сентябре выставку, и мы так вот уже разошлись, и вот что вот у меня есть хорошее пространство, и мы там делаем с ним, может, вдвоем или втроем, что-то такое вот. Хочется то, чтобы всех увидеть, хочется всех собрать. И когда я уже стала кого-то звать, кто-то меня спросил, а как ты это в сентябре сделаешь? Это же еще будет наверняка, там, на границе и так далее. Вот. И я подумала, что, наверное, так оно и есть, может быть. Но все равно, ну хорошо, ну как мы потерпим сентябрь, октябрь? Ну посидим в Инстаграме, ну поработаем, ну хорошо, не будет выставок, будут какие-то выставки в больших музеях, ну будет меньше выставок в галереях. Будут более скромные открытия, безусловно, да?
Вот, будем, может быть, ходить, я не знаю, на эти открытия в масках, черт знает. Но, ребята, это закончится, и мы вернемся к нормальной жизни. По крайней мере, я думаю так. Да, да. Значит, поддерживаю. Да, я, например, хочу там сейчас сделать новый проект, и он в любом случае у меня, ну и выставку новую. И в любом случае, например, он займет как минимум полгода. Поэтому... Таня, все равно же останутся социальное дистанцирование, да, на довольно-таки долгое время. То есть о том, что не будут большие площадки для нас работать, это уже до конца года, по-моему, 100% известно, что никто не откроет. Все равно рано или поздно это закончится. Рано или поздно это все равно закончится. Да, но потом... Нужно немножечко потерпеть, и все. Для меня, между прочим, карантин, девочки, очень хорошо сказал. Ну, я не хочу хвастаться, не хочу сказать, что это очень здорово, что так случилось. Я, допустим... имея свою мастерскую, где шьются концертные наряды для многих звезд российской эстрады, для себя любимой не могла ничего пошить за полгода, ну вот минимум одно платье. Малышки мои, за эти два месяца 12 новых нарядов. От нечего делать. Ни мастеров, никого нет. Вот этими ручками с утра до вечера. И сама вышивала, и кроила, и разутюживала, и гладила, намострячила себе новых причесок. Поэтому, с одной стороны, мне очень хорошо. А кому хвастаюсь, говорят... Вот ты настрочила платье, бижутерии напаяла, реставрировала. А где ты в этом скакать будешь? Ну, подождите. Придет время, когда я все это достану, одену, выйду. Да с каким аппетитом все это будут встречать зрители? Конечно, конечно. Здесь уже мы все соскучились по всему этому. Поэтому я не знаю, я как-то думаю, что надо перетоптаться как-то там некоторое время, а потом... Все вернется на круги своя, там, с какими-то поправками, что-то, чего-то, да. У нас у всех, может быть, останется на какое-то время вот это вот, какое-то, не знаю, опасение, да, там. Что-то страх, там, страх всегда останется. Ну, я тоже думаю, что он пройдет, если не начнет какой-то новый карантин. Танюш, ну согласись, после этих трех-двух месяцев жизнь не будет прежней. Все поменяется, все кардинально поменяется. И вот этот инстинкт самосохранения, он сейчас преобладает, ты всего опасаешься. В Москве все превращается в 37-й год, друг на друга все... Это правда, но это пройдет. Я думаю, пройдет. Несколько месяцев итальянцы вернутся к тому, что будут целоваться, и то, что в Италии, может быть, была версия, что Италия и пострадала больше других стран, там, и раньше других стран от этого. В итальянцы очень любят обниматься и целоваться, и очень все такие тактильные, поэтому все друг другу передали, в принципе, там этот коронавирус, и он пошел по стране. Видимо, в Ломбарде особенно. Какие-то теплые люди. Не знаю. Это точно, и я думаю, что это на самом деле и стало причиной, да, вот, ну, как бы, потому что люди, ну, не соблюдали социальное дистанцирование, правильно, да, вот, скорее всего, это основная причина, я очень что хочу, так сильно. Наконец, его не соблюдать тоже. Мне очень хочется, чтобы пришел тот день, когда можно было никакого социального дистанцирования не соблюдать. Я тоже люблю обниматься, люблю со всеми близко быть и так далее. А как Заза любит обниматься, ей тут поклонники пишут: Зазочка, прекрасная, замечательная, звезда, да, наша икона, наша любовь. Я не люблю обниматься, потому что в последнее время, это не связано с коронавирусом, когда ты спускаешься в зал, особенно в ночные клубы, есть немножечко разница в том, что ты приехала на работу трезвая, ну, может быть, чуть-чуть с кем-то пригубила, а в зале стоят пьяные, счастливые, жизнерадостные люди. И они себя не контролируют, они не понимают, за что они тебя хватают, они не понимают, что у тебя что-то может порваться, отцепиться. Они ведут чуть-чуть понебратски. Я это все свожу на шутку и стараюсь быстрее сделать ноги, но вот в прямом отношении... Я люблю обниматься с теми, кто мне дорог, со своими друзьями. Если я буду обниматься и целоваться со всеми своими поклонниками, я просто превращусь в Википедию венерических заболеваний. Извиняюсь за подробности. Поэтому, к несчастью, я не могу себе позволить. Звезда должна быть дистанцирована от своих поклонников. Она должна сиять высоко в небе. В небе и освещать им координаты. Но без каких-то корон и вот этого высокомерия. Отойдите, плебеи, вы что здесь делаете? Расступись, народ, звезда идет. Нет, я никогда в жизни так не поступил. Бедные люди, привет. И даже когда ко мне побегут люди, ой,
здороваются, обнимаются. Я всегда думаю, господи, я знаю этого человека или не знаю. Я тоже говорю, ой, привет, как дела? А он думаю, кто это? Все, он убежал, думаю, да и хуй с ним, не помню кто. Бог с ним. У меня и от чистой тоже... любви не убежать, пишут себе наши зрители. Спасибо. Я бы хотел у Веры спросить. Вера, скажи, пожалуйста, вот ты поэтесса и ты автор нескольких книг. А вот после того, как сейчас какие-то меры после пандемии принимаются к книгам, скорее всего, будет что-то такое, что книги должны быть как-то особенным образом упакованы, особенным образом продаваться должны. И мы на какое-то время, даже вот, ну, когда магазины книжные закрыты были, мы даже не могли себе отказывали в том, что мы вот этот вот даже запах книг не могли почувствовать новых, не могли пойти и купить эти книги. И вопрос такой, как долго это продлится и должны ли какие-то специальные меры приниматься по продаже новых книг в магазинах? Я ничего не слышала о таких новых правилах. Моя последняя, 21-я книжка, когда вы говорите несколько, это не очень мне нравится. 21-я книжка, она и так вышла в пленочке, то есть она была вполне... защищена, потому что в ней было несколько матерных слов. А вот это правило есть, и оно действует уже несколько лет. Книжки с ненормативной лексикой публикуются в пленочке, и на них ставится такой штамп «ненормативная лексика». Заза сейчас просто потеряла дар речи, я понимаю, да. Он просто открыла рот и в ожидании звуков. Могу сказать честно, что мой конферанс, любой фависти дивы, драг-квин, любой конферанс в ночном клубе на чуть-чуть подвыпившую толпу, не только, во-первых, это метафора, аллегория, в первую очередь, любые наши слова, которые мы говорим. Во-вторых, это черный юмор. Чем вот жестче, тем народу больше нравится. Где-то на работе в трезвый человек скажет, боже, какой ужас, что за анекдот. Но в ночном клубе это воспринимается совершенно по-другому из уст артистки. Ну а уж мат, понимаете? Но это же часть, это твой имидж вообще. А как я, вот, знаешь, даже, честно я говоря, вообще не могу... материться не люблю. Я считаю, что мат, он должен быть к месту, вкусный, точный и характеризовать ту ситуацию, которая сейчас происходит. Невозможно просто взять... и как сапожник с плеча рубить налево и направо, матерясь. Нет, это должно быть, пусть он будет один за весь вечер, но и все, чтобы все было вау. Вот когда меня заставляют, допустим, вести корпоративный вечер, вот в таком грязном, пошлом ключе, я думаю, да господи, первый год замужем, что ли, что не смогу. И когда я выхожу в зал и вижу, что, кстати, корпоратив этот проходил в Прохановском театре «Луны», и я вижу, бегают дети, сидят бабушки, такие, боже, одуванчики в жемчугах, в ночёхах, чёлка Карлсон. И я понимаю, что я слово «жопа» это просто будет, это ужас, это катастрофа. Это просто вообще не к месту. А меня заказчик просит, чтобы вот всех, ну, вот так, чтобы они запомнили мои 55 лет. Все запомнили, еще всю жизнь обсуждали это. Я ему говорю, я не могу. Он говорит, тебе что, не заплатили? Сейчас все дети уйдут, не переживай. Наши дети не такое видели. Я говорю, вы с женой можете своих детей посадить в первый ряд и заниматься. Ради бога, все, что у вас происходит, пусть этим, за этим следят другие. Я не могу. У меня есть некая субординация, соблюдаю. У меня педагогическое образование. В зале. Поэтому, ну, когда вы роскошную 21-ю книжку за два слова мата в пленку. Ужас. Но я уверена, Верочка, что эти два слова, они необходимы были, они были нужны. И ведь... Более того, они были снабжены уменьшительно-ласкательными суффиксами. Это совершенно необходимое мне в жизни слово «ебелька». Я вообще не считаю, что слово «ебелька» – это мат. Это что, посчитали за мат? Ну а что ж, да. И в пленку ее, в пленку. А вы потом сказали, я хотела написать «мебелька». Про мебель. У меня есть два любимых. Вот Татьяна Бродач, она тоже от этого страдает, да, вообще, постоянно. Ее как бы постоянно тоже блокируют везде, вот именно за мебельку.
Но она очень на грани, вот как бы это все очень по-доброму, при этом тепло и замечательно выглядит. Нет, у Татьяны, да, Танюш, мы про вас говорим, у вас тоже все работает, как у меня. Вот так всегда на грани, все думают, вот как вот так пройти по острию ножа? Ну, конечно. Не свалиться в пошлость и не превратиться в какую-то заумную даму. Вот все ваши работы такие вкусные, такие клевые, вообще так хочется. У меня, конечно, есть пожестче тоже, просто это не выкладывается в соцсетях. Вообще, знаете, что случилось с искусством? Я заметила интересный... Вот такой интересный парадокс, что вот эта цензура в соцсетях заставила людей идти в галереи в каком-то смысле. Потому что я шла на выставку в Милане, на выставку своей приятельницы, которая фотограф и снимает женщин, снимает ню, прекрасный фотограф, делает очень классные фотографии. И я шла не только на тусовку, и не только там увидеть ее и всех остальных, но я шла, потому что я хотела увидеть эти фотографии на самом деле. И я нигде их не могла увидеть, потому что в соцсетях их нет. Соответственно, что-то теперь ню мы можем увидеть только... Я это Вогу тоже говорила, на самом деле. Я говорю, вы печатное издание, у вас есть пока что еще преимущество. Вы можете печатать то, что не печатают в интернете. И вот. Поэтому, да, я, например, делала выставку вот ту самую в Париже, она была такая эксплисит. Вот, и там была инсталляция, и инсталляцию сопровождали 5 минут того, чего я в интернете повесить не могу, анимация. То есть это все был пластилин, но, в общем, такой был вот как бы не детский пластилин. Не детский пластилин. Мне очень понравилось. Я делала в Милане, потом в Париже. И она имела успех, и этот 5-минутный фильм, он тоже имел большой успех. Так что все есть, это тоже не вульгарно, не пошло, потому что как-то у меня, мне кажется, получается. Даже такие хард вещи, в общем, выглядят все равно привычно. А это, видимо, это вопрос отношения, мне кажется, собственного отношения к тому, что ты говоришь или делаешь в пластилине. Вы говорите, поете, я там что-то леплю руками. Вот. И мне кажется, читается в этой речи, в этом... Я не знаю, можно ли тут говорить о пении в данном случае, но во всем есть вот какое-то достоинство. Если человек, если в нем есть достоинство, то и в том, что он делает, в любом случае не делал, это достоинство как-то читаться. В общем. Если тебе не стыдно, да, вот нет вот этой, если мы говорим, да, о каких-то вещичках, о каких-то темах таких, да. Вот у меня нет вообще такой категории, такого понятия, как стыд или вот стыдно, да, неловко, неудобно. То есть у меня нет такого вообще, в принципе, понятия для меня. Не Татьяна, ты когда начинаешь творить, ты уже видишь в голове, есть представление, конечный результат? Или задумываешь одно, а в процессе работы с материалом совершенно может все поменяться? Вообще даже не задумываю, просто мне хочется работать, лепить. Ну, если есть проект, конечно, я знаю, что мне надо это лепить, я, в общем, это леплю. А так нет. Потом я люблю работать с моделями, поэтому, значит, ко мне приходит модель как-то, мы там ищем какую-то позу, чего. Ой, так это все с натуры? Не все, но в основном, да. Некоторые вещи, вот как раз анимация не с натуры, потому что там другое важно. Там важно там язык жеста, там важно вот экспрессия жеста. А когда мне нужно сделать скульптуру там на заказ или, ну, в общем, для, если мне важно, чтобы вот все было хорошо сделано, то я всегда работаю с моделями, причем даже не работаю по фотографиям, а я себе натаскиваю модели в мастерскую. Красивых, всяких разных. Это очень большой фан в жизни художника, хочу вам сказать, что ты можешь себе затащить мастерскую, кого угодно, раздеть и работать, делать из этого искусство. А я бы хотел рассказать вам о том, что сейчас на продажу выставлены, например, джоксы Элвиса Пресли. Среди необычных памятных вещей знаменитостей сейчас проходит аукцион. И мы можем просто-напросто зайти в интернет и постараться посмотреть, какие лоты там представлены. Итак, значит, всего лишь за 37 тысяч долларов, это стартовая цена, можно купить в стразах вот нижнее белье Элвиса Пресли. Утверждают о том, что он носил их несколько раз в 1970-х годах. Вот король поп-музыки как бы приобрел эти джоксы, они сделаны по индивидуальному заказу.
Также самая дорогая вещь на аукционе – это 250 тысяч фунтов стерлингов прядь светлых волос Мэрилин Монро. Ей отрезали их с головы в 1962 году, в ту ночь, когда она пела Джону Кеннеди «С днем рождения, господин президент». То есть, во-первых, это очень символичная ночь, потому как... И это довольно такая грустная история, потому что спустя год ровно после этой ночи, мы знаем, они оба умерли. По разным поводам. Сейчас давайте послушаем, что говорит... Мы связались по скайпу с менеджером этого Sotheby's, и он нам рассказал вообще, что они представляют и почему именно они это делают. И потом продолжим тему. Мы продаем джоксы Элвиса Пресли. Это не только сексуальное нижнее белье, украшенное Джокер, стразами, это трусик. Как считается, он носил несколько раз в 1970-х годах. Это абсолютная история Элвиса. Я имею в виду, что это экстравагантно, абсурд. Ну, я бы сказал так, это потрясающе, но в любом случае в этом что-то есть. Если вы поклонник Элвиса, то это именно то, что вам надо купить. Торги начинаются от 300 тысяч фунтов стерлингов. Самая дорогая вещь – это прядь волос Мэрилин Монро со дня, когда она пела «С днем рождения, господин президент». Причина, по которой это так ценно, потому что вещи Мэрилин Монро не появляются часто на аукционах. У нее огромная база фанатов. Так что та ночь ушла в фольклор. Два великих мира столкнулись, JFK и Мэрилин Монро. И, конечно же, к сожалению, они оба умрут в течение года после этой ночи. Так что это также немного трагично. Ну вот трагичная история, конечно, и честно говоря, вот просто у меня как бы очень печально о том, что два таких мира вообще, Мэрилин Монро и Джон Кеннеди, они погибли, и вот это прядь волос. А с другой стороны, насколько это вот обосновано за такие бешеные деньжищи покупать вообще вот эти, например, там, трусы Элвиса Пресли, да, вот, ну, к примеру, пусть они в стразах там будут, я не знаю, Заза, что ты по этому дело поводу думаешь, чтобы купила? Дело не в стразах, и дело не с чего они сшиты. Для фаната, для настоящего фаната, дело в том, что эта масенькая тряпочка была одета на тело его кумира, на тело Элвиса Пресли, а все остальное уже не важно, стирано. Я думаю, что даже стирать невозможно, потому что столько лет прошло. Их можно просто хранить где-то под стеклом. И все. Там даже уже запаха, наверное, не осталось, но пахнет уже... Несколько раз он одевал их в 70-х годах. То есть ну, уже известно, что не один раз, а хотя бы парочку раз, ну, надел. Ну, не знаю. Может быть, кто-то купил, там знает. Может быть, там осталась частичка маленькая Элвиса. Можно туда выявить ДНК, пойти в клинику репродукции человека. Ну, знаете, это же образно сейчас фантазирую. Тоже самое с волосами Мэрилин Монро, я так подозреваю. Видимо, кто-то хотел взять у него какой-то генетический анализ и отсюда, значит, прядь. То есть это в каком состоянии надо прядь раздавать? Это все история фанатов. Вот мне бы подарили эти трусы. Не знаю, я в камушке, может, ковыряла, а может быть, и выбросила. Зачем мне трусы Элвиса Пресли? Ну, как-то вот я не понимаю. У меня ни к чему нет такого фанатизма. Я со своими вещами легко расстаюсь, а уж чужие точно собирать не буду. Не знаю. Я бы хотел Натальи Павловой спросить. Скажи, а ты бы вот хотела бы приобрести какую-нибудь частичку какой-нибудь звезды на аукционе, например, я не знаю? Ну, вот когда я была в музее... Неправильно, Ник, ты спросил. Наташечка, извини. Ник, не приобрести. Почему она должна сразу приобретать частичку? Наташ, вот представь, тебе мы могли бы подарить предмет, не знаю, там, бижутерию. Вот кто твой кумир? Каково бы ты хотела частичку получить, чтобы у тебя дома было вот... Нет, ну вот я и хотела сказать, что в музее Дзефирелли во Флоренции была роскошная выставка Марии Каллас. Потому что я был юбилейный год сейчас. И, конечно, когда ходишь и видишь ее костюмы, ее предметы, конечно, хотелось бы унести частичку из этого музея, честно говоря. Вот, определенно, конечно. Кстати говоря, сейчас я хочу сделать работу дома, опять-таки дома. Это моноопера «Человеческий голос» Франсиса Поланко.
который написал эту оперу для Марии Каллас, но она никогда не спела эту оперу, никогда. Более того, известно, что последние годы жизни она была в заперти, не выходила из своей парижской квартиры, не пела концерты, но известно, что она включала свои записи и пела под свои же записи. И мне кажется, эта ситуация как-то сегодня перекликается с тем, что происходит с артистами, да, которые вынуждены быть так, как звери в клетке. И вот я сделаю такую работу. Ну вот, вы видите, не буду сейчас рассказывать, как это будет сюрприз. Пусть сюрприз нам будет всем. Да. А потом, Наташа, лет через 20 кто-нибудь из ваших фанатов будет мечтать... забытый ваш лифчик, носовой платок заполучить себе в качестве трофея. Да. Или у Татьяны ее статуэтки умыкнуть. Ну, Танюш, с вами проще. Купил на аукционе и счастлив, что она у тебя стоит на полке. Или мамины книги, да? Да, или, да, Верочка, или ваши книги. Все 21 книгу я на так... полке. Я так люблю, когда мне читатели говорят, у меня была ваша книга, но ее у меня украли. Я думаю, о, хорошо. Заза, у тебя вещи воровали вообще? Признайся честно. У тебя же такая, у тебя столько конкурентов вообще в клубах, они же все воруют. Не воровали. Обычно просили, допустим, взять, походить, покривляться, повыкаблучить где-то на корпоративах на частных. И потом не возвращали. А еще у меня есть такой один, как бы, перформанс, назову так. Когда я вызываю всех мальчиков отдельно, девочек отдельно, человек по 15. Выбираем капитана команды. И я выношу буа страуса, такие толстые, 12 нитей. Ну, сейчас они примерно долларов по 400 каждая. И мы всем одеваем эти буа, я начинаю петь, и какая команда друг друга перетанцует. А, допустим, музыка вся в стиле диско, и поэтому они этими перьями машут. После каждого корпоратива 2-3 нитки я не могу досчитаться. Я причем беру этот номер не на какие-то там Макдональдсе вечеринки, а когда я знаю, что проверенная дорогая валютная публика за хорошие деньги. И девочки, у которых есть все, которые приехали с личной охраной на Майбахе, которая вся сидит, у нее шея отваливается от бриллиантов. Вот она тихонечко с коммунией сделала в сумочку к себе. И вот это вот я не я, и хата не моя. Поэтому я даже вижу, что... А мне стыдно подойти и сказать. Вы знаете, вы нечаянно мою вещь засунули себе в сумку. Мне стыдно сказать. Думаю, господи, я не обеднею, а тебе память обо мне будет. Поэтому я могу сказать так, Ник, что на мне, вот в принципе, ничего дорогого нет. Вот сережки, допустим, были... в Майами-Бич куплены за $7 обе штучки. А колечко, то есть, это же все бижутерия. Слушай, меня... прекрати, что ты делаешь вообще. Я был уверен абсолютно, что это настоящие бриллианты. Ну подожди, ты-то знаешь, что это Сваровский, потому что ты мне дарил. Но мне же нужно сейчас эффект создать для зрителей, что я как бы простая из народа, вот такая крестьянская баба. А это все так говорят. Ой, на вас бриллианты за 350 тысяч фунтов стерлингов? Что вы? А я не знаю, сколько они стоят. Нет, мне подарили. Поэтому если... А иногда бывает, даже если у меня так всего много, что если что-то украдут, я иногда не замечаю. Но я надеюсь, что это люди не воруют, а они берут на память. Потому что слово «воруют» мне как-то не нравится. Мне не нравится. Люди берут на память обо мне какую-то штучку. Я не Элвис Пресли, поэтому продавать ничего не буду. Что с видеоклипами? Я знаю, у тебя много видеоклипов было произведено. Сейчас пока ничего нового не выходит. И я бы хотел узнать, это в связи с пандемией или это просто почему-то ты прекратила пока делать выпуск видеоклипов? Потому что это все равно все делается в команде. И многие, как сейчас модно говорить, очкуют, боятся. А вот этими ручками все не состряпаешь, поэтому вот либо уйти, как сказать, либо взять паузу и не заниматься, как говорится, самодеятельностью, либо дождаться, когда снимут все ограничения, уже собраться всей своей творческой командой и делать качественный контент, хороший продукт. Это мое мнение. Верочка, вы извините, мы вас все время перебиваем. Кукла моя, что ты хотела сказать?
богиня, звезда. Ты второй раз это, между прочим, перебиваешь. Я тоже Вера, не молчи. Ну-ка. Значит, в книге мы можем два мата сказать, а здесь стесняемся. Я за тебя сейчас все сделаю. Слово Вере. Верочка, давайте. Я просто хотела похвастаться на предыдущую тему, на похищенные предметы. Вот, однажды давай. Я была в гостях у своего фаната. Он сказал, у меня есть все ваши книги, я вам сейчас покажу. Он вынес стопку книг, и на каждой был библиотечный штамп. Он сказал, я не мог найти их в магазинах, поэтому я заплатил штраф библиотекам. Он, видите, какой порядочный. Да. Заза, а я бы хотел тебе сказать о том, что вот ты говоришь, что это командное дело создавать видеоклипы. А я вот хочу тебе сказать, что Наталья Павлова создает клипы у себя дома, да, и находит какие-то места, там, крыши, какие-то развалины, да, были. Наташа, расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее, давайте этот кусочек посмотрим после того, как ты расскажешь. Хорошо. Значит, профессор маэстро Санто Чичили, гитарист Антонио де Розе, записал по моей просьбе обработку песен де Палье, испанские песни, для гитары и голоса. Таким образом, я работала с помощью переносной колонки, китайской, кстати говоря, которая действительно меня очень выручила. И я переходила туда, куда можно было переходить, то есть крыша, лестница, балкон, внутренний дворик, затем я выхожу из ворот, и это видно в видео, как я выхожу, это был мой первый выход, поскольку я боялась выйти, честно говорю, боялась выйти без маски, даже за 100 метров, но снимая ролик, вышла без маски. Давайте посмотрим фрагмент и продолжим обсуждать это. Замечательно просто, и замечательный голос, и видишь, Заза, можно спокойно даже вот выходить и делать это самостоятельно. Я не знаю, почему ты боишься. Запутались. Алло? А? Да-да-да, Заза, боится. Да, я говорю, что ты... Я туплю, а что, я ничего не боюсь, куда, что? Ну, прямой эфир, нет, я понимаю, да, в прямом эфире все возможно, мы же не работаем в прямом эфире. Так я к тому, что вот Наталья берет, выходит и делает свое видео, дарит искусство в народ, как бы приносит, а ты вот, я не знаю, почему... Нет, по возможности, что можно, нет. Солнышко мое... У меня, конечно, нет такой голосищи, как у Натусика,
Ну, три альбома уже как-то наклепали на студии. Мне же нужно что-то на гастролях петь и в клубах, поэтому худо-бедно. У меня и в училище я в хоре пела, и в народном хоре пела. Поэтому слух, слава богу, есть. Не такой сильный и красивый голос, но в iTunes нас скачивают. Наташа, расскажи об этом месте, в котором ты... Я знаю, что там есть какая-то история конкретно этого, этих окон. Да, то, что вы слышали, это колыбельная, как раз это пятая часть. То, что вы видите, это стена дома. К сожалению, в 43-м году упала бомба в этот дом. Вообще весь наш район, Сан-Лоренцо, рядом с центральным вокзалом Термини, было вот именно здесь бомбили, именно здесь. И очень много домов остались вот такими, как памятник истории. То есть полдома нет, полдома осталось. То, что вы видите, там были окна, там были квартиры, там жили люди. И эту стену я вижу каждый день. А там за этой стеной вы видите еще одну стену. Это древнеримская стена, которой 2000 лет с чем-то. И то есть вы видите вечность, и вы видите вот эту, этот след войны. И каждый день ты понимаешь, что не должно такое повторяться. Ну, как-то человечество должно извлекать опыт. И сейчас мы оказались в такой ситуации, которая даже страшнее войны, мне кажется, в каком-то смысле. Но я надеюсь, человечество извлечет опыт из этого. И хочу сказать такую вещь, хочу сказать правду, что вначале я хотела все 7 песен петь на балконах. Но мой муж сказал мне: ты что, нас отсюда выселят, соседи нас убьют, это невозможно. Ты еще и репетировать собралась. Ну, хорошо, ну скажи мне, сколько я смогу? 2 минуты, 5 минут? Мы делали сюжет из Лос-Анджелеса, и там оперная дива выходила каждый раз на балкон, и она пела, потому что, ну, вот не было возможности выступать в театре. И соседи начали протестовать, они говорят: что вы, мы слушаем совсем другую музыку. Она говорит: нет, я вот все сделаю для того, чтобы вас перевоспитать, для того, чтобы вы приобщались к высокой культуре, к высокому искусству. Да. Так что у тебя был шанс, Наталья. Так и в итоге получилось как раз-таки, как я и планировала. В итоге соседи высловывались, они просили еще. В итоге мы записали 5 дублей, то есть 5 раз мы это все повторили. И даже выглядывали из окон, и я просто пела людям просто по адресу, просто обращалась к людям, которые выглядывали. Это был потрясающий перформанс. Прямо вот театр, пожалуйста, театр. Так вся Италия пела в начале карантина. Я подсоединилась. Наташечка, но все равно зритель у тебя был, пусть на балконах стоял, но был. Это что был, да. Ой, как жалко, что в моем доме нет ни одной оперной дивы. Мне бы тоже было приятно послушать. Вы знаете, когда я записывала первое видео, которое мы посмотрели, как нежно муравьиные бега, стихотворение «Мам, твое», да? Как много их, как медленно бегут. Я, чтобы упражняться, замечательный композитор Венус Рей, я себе действительно муравья посадила на руку, и мы даже это записали. Понимаете, потом монтаж не удался, и в итоге мы переписали заново, но я просто воображала, что он ползет. Но он у меня был зрителем, понимаете, он был зрителем. Вот муравей, а зритель. Наташ, а вот зритель спрашивает: скажи, какое произведение тебе больше всего нравится в твоем исполнении? Ну, да, это сложный вопрос, я очень критична себе, честно говоря. Ну, человеческий голос, нет, это надо подумать, какой мне. Может быть, отчасти Травиата, да, отчасти местами Травиата, Верди. Но это мне, это мое мнение. А на самом деле, может быть, это все не так. Верочка, а вы что скажете, что у нее коронка, фишка, хит сезона? Я вообще плачу всегда, когда Наташа поет, чтобы она не пела. Говорят, что у матерей так настроена барабанная перепонка, чтобы слышать своего ребенка.
чтобы, когда он ночью спит, откликаться на малейшее его движение. И мне кажется, что у меня барабанная перепонка до сих пор настроена на Наташин голос. Стоит ей начать петь, как я начинаю плакать и чувствую, что молоко приходит в грудь. Поэтому я не могу выбрать любимого произведения. У меня есть любимая певица, вот она передо мной. Дальше я уже не могу, просто плачу и жду молока. Спасибо большое. А наши зрители ждут молока от Зазы Наполи и пишут: Зазочка, когда же выступление гастроли в США? Мы очень ждем, мы не можем забыть твоего предыдущего выступления. Как только полетит первый самолет, я уже три раза билеты меняла, переносила уже. Сейчас мне перенесли на 12 сентября, так что не знаю. А могут опять отменить? Нет, я думаю, что в сентябре уже полетишь. Дай Бог. Что, вон в Италии, в Испании сейчас открывается сообщение тоже с 10-го, 12-го между островами вообще. Поэтому скоро полетим везде! Ой! Полетим, как чайки. Кстати, надо сказать, что над Римом чайки стали летать очень низко. Очистился воздух, и они летают, прямо на тебя налетают. И все время поют. Все время слышишь их. Такое ощущение, что ты уже в море. Один ребенок красиво сказал: это не птицы громко поют, это люди тихо молчат. Да. А в Венеции, в этих каналах рыбок можно увидеть. И все в ракушках столбы эти деревянные, на которых дома стоят. До этого же все было, одно болото было. А сейчас все, водичка прозрачная, рыбок видно, и лебеди прилетели. Да, и все-таки я надеюсь на то, что и человечество, ну, не такое уж совсем плохое и совсем не обречено на гибель. Вот, это как бы подтверждает то, что, ну, непосредственно все равно после разной пандемии нас тревожит вокруг, а мы все равно выживаем, мы творим, и мы делаем все прекрасно, несем в природу, все несем, делимся между собой, делимся с нашими фанатами, и жизнь продолжается и продолжается. Я вас благодарю всех за то, что вы согласились участие принять в нашем эфире, пришли к нам в гости. Огромное спасибо, Вера, Наталья. Большое спасибо, Татьяна, спасибо, Зазочка. Мы всегда перед концом программы мы просто говорим немного о том, буквально 20 секунд, о том, что мы не успели сказать или что бы мы хотели сказать нашим телезрителям. И я бы хотел начать, ну вот кто первый, давайте по очереди расскажите ваши вот конкретно, что бы вы хотели, что не поместилось в эфир. Верочка, давай с вас начнем. В эфир не поместились 10 стихотворений, которые я тут везде наклеила на стеночку, чтобы их прочитать. Давай хотя бы одно. Вот да, давайте, решила... Вера, с удовольствием послушаем. Давай. Решила выбрать одно, наиболее оптимистичное. Лучезарно, течение вечера, обнимаемся около речки, человек и его человечиха, человечица. Имя речка. Все наладится, все наладится. Никуда не спешить, не бояться, не успеть. Наглядеться, нагладиться, налюбиться, налюбоваться. Прекрасное, прекрасное стихотворение. Я так радовалась, когда придумала это слово «человечиха». Это отличное слово. Да. Мне кажется, что оно очень будет гармонировать с пластилиновыми фигурками Татьяны, человечиха. Мне тоже так кажется. Татьяна лепит человеков и человечих. Да, я сейчас тут писала на эту тему там для кого-то. И вот я тоже подумала, когда слышала стихотворение, что я как-то так же сейчас вот думала, как все сформулировать. Мне надо было сформулировать такое умное. А я, раз уж я тут взяла слово, я хочу сказать, что вот вчера ко мне заехали друзья, и я была так счастлива видеть вот этих там двух своих друзей, их обнять, я не постеснялась, не
как сказать, нарушил социальную дистанцию, я, значит, их обнимал, мы выпивали. Я такая была довольна и счастлива. Я думаю, что, несмотря на эту социальную дистанцию пресловутую, всем очень, все очень как-то переоценят, что ли, заново, если так можно сказать, человеческие отношения после этой ситуации. Потому что мы все очень соскучились по общению, по чувствам, по эмоциям, по обниманиям друг друга, по любви и по всему этому. Такому совсем человечеству, мне кажется, за этот карантин. По крайней мере, это мое личное мнение. Вот. Наталья, продолжай. Я благодарю, во-первых, вас, благодарю вас, очень была вас всех рада видеть, и всех слушателей. Даю привет всем, кто смотрел. И тоже присоединяюсь к Татьяне. Конечно, я даже не могу представить, когда первый раз мы снова увидимся, какие это будут эмоции. Если даже было выйти за 5 километров, скажем, от дома, это уже были эмоции. Так что мы скоро все увидимся и сможем из рук в руки передать, да, все... наши книги. А это можно выразить в эмоциях пения? Наталья, ты могла бы это пропеть, эту эмоцию? Ну, допустим, вот взять и сейчас выразить это. Давай вместе с тобой распоем. Ничего, попробуем. Так, что мы споем? Ну, то самое. Ага. В какой тональности? Набирай. Выбирай любую. Ре мажор. Ми бемоль мажор. Ре. Слышишь, нет? Я за пианино сижу. Очень удобно прямые эфиры за пианино вести. Ставишь аппарат на пипитр. Давай. Ты запевай. Летит нам тихий вечер. Не ловлю. Мирные поля. Не, Наташка, не получается. Вот этого нас действительно лишил карантин. Петь дуэтом совершенно невозможно одновременно. Вот мы встретимся, как мы будем петь дуэтом, как мы будем петь. У меня, кстати, есть на этот счет четверостиший экспромт. Не горюй, мы еще споем. Повышается с каждым днем курс, надеюсь, верю, люблю, к евро, доллару и рублю. Отлично. Зазочка. А мне очень приятно, и я чувствую себя в своей тарелке, потому что каждый из всех гостей, сидящих сегодня в эфире, и ты, Ник, и Вера, и Татьяна, и Наталья, никто не обделен вниманием зрительским, никто не обделен фанатами, все творческие люди, у каждого свои колонны почитателей. И вы знаете, вот наши поклонники литературы, голоса, ваших работ, они выражают по-разному свою признательность, свою любовь. Кто-то цветами, кто-то смс-кой, кто-то каким-то сувениром, подарком. А иногда в этой спешке, когда ты бежишь, принимаешь цветы, принимаешь подарки, убегаешь, или программа продолжается дальше, я иногда, знаете, уже потом в машине или когда спать ложишься, меня посещает мысль, господи, в следующий раз обязательно нужно будет сказать всем спасибо. И забываешь потом. Поэтому мне бы хотелось вот в конце нашей программы сказать вашим поклонникам, фанатам огромное спасибо, что даже вот за это тяжелое время, когда доминирует инстинкт самосохранения, забываешь обо всем, о том, что любил, о том, чем гордился, что о нас с вами не забывают, пишут хорошие комменты. И хотелось бы сказать, мальчики, девочки, дяденьки, тетеньки, все, поверьте, скоро это закончится, и мы вернемся. Каждый вернется в свое русло, в свою стихию. Самое главное, чтобы ваши ряды не обмелели, а мы с большей силой еще рванем в бой. И поверьте, не перестанем вас никогда удивлять. Поэтому спасибо всем, кто смотрит, кто верит в нас. И надеяться, что это очень скоро закончится.
забыть, наверное, мы не сможем, но притупить свою память постараемся. Потому что я, допустим, когда даже живу... цветы, смотри, принесли, вот прекрасные ландыши. Спасибо, Верочка, спасибо. Я, видите, у меня как-то так устроен мозг, я стараюсь все плохое забывать, потому что если еще на этой флешке хранить весь этот негатив, то вообще смысла жить. Я могу с кем-то поругаться и тут же забыть, ну, типа, там повздорить о чем-то. А, то есть я считаю, что вот все плохое нужно стирать. В нашей, в сердце и в голове слишком мало места. Лучше оставлять это место для хорошего. Поэтому, ребят, помните только о добром, о светлом, потому что бумеранг возвращается ровно тем же, чем вы его запустили. Запустили какашку. Поэтому будем космос, запускать, какашки, да, не да, какашки. Да, я говорю, какашки. А что-то хорошее, позитивное. Только любовь, только позитив, только добро. Согласна. Да, и у нас у всех это получается. Каждый ведь из нас запустил в этот мир что-то интересное, что-то очень такое доброе, теплое, и то, что получило отклик и в душах тех людей, которые вокруг нас. Я благодарю вас всех, спасибо большое. Смотрите нас каждый день в 12 часов дня в Нью-Йорке и Вашингтоне, в 9 утра по Лос-Анджелесу и Сан-Франциско, в 7 часов вечера по Москве и в 6 часов вечера по среднеевропейскому времени. Благодарю вас всех, берегите себя и до встречи завтра. Всего доброго, всем пока. Пока! Спасибо. Спасибо всем! Никто не видел, а я-то вас...